بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ندرس بإذن الله تعالى متن يسمى متن الدروس المهمة لعامة الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. С дозволения Всевышнего Аллаха Субхана Тааля начинаем изучение книги, которая называется «Важные уроки для всей общины». لماذا ندرس الدروس المهمة؟ Для чего мы изучаем эту книгу? لأن على ما سماها المؤلف مهمة. Потому что так, как ее назвал сам автор, эти уроки являются важными. مهمة لكل أحد. Они важны для всех. تصلح لغير المسلم. Будь то мусульмане, не мусульмане. ومهمة للمسلم الجديد. И для новых мусульман. ومهمة للمسلم. И важны вообще для мусульман в общем. يصلح أن تدرس وتترجم إلى كل لغة. Эту книгу можно обучать этой книге на всех языках и переводить ее на любой язык. وتصلح كذلك للدورات في الدول. Точно так же ее можно использовать, когда проводятся исламские семинары. لماذا? Почему? لأنها تحتوي على. Потому что эта книга состоит из. طريقة السلف مع القرآن. Во-первых, подход праведных предшественников Корана. في حفظه. Путь то вопрос заучивания. وفهمه. Понимание. والعمل به. И практиковать то, что они изучили. أيضا. ما يتعلق بالصلاة. То, что связано с молитвой. ما يتعلق بالتوحيد ما يضاد التوحيد الشرك. Что связано с единобожием и тому, что противоречит единобожию это ширк. الوضوء والطهارة. Омовение. الآداب والأخلاق الإسلامية. Этикеты и нравственные нормы в исламе. الأذكار. Виды поминаний. نعم. كذلك ما يتعلق بتجهيز الميت والتكفين والصلاة عليه. Также все, что связано с тем, как надо готовить умершего, то есть для похорон и его похороны. والله أعلم.